эти киндеры, дети, которые едут со мной все купить. Магазин для взрослых. Посмотрим, что за дети. Адекватный человек, сразу видно. Коричневый мусор платить надо или нет? Да. Какого хуя вы платите? А Антоха, потому что приехал к нам. Если бы Антоха не приехал, Антоха, небось, уже на резину жалуется мою. Да. Но я, знаешь, как я наваливаю по кругам? А у вас новая. У тебя 18-е? Да. Обменяемся, отлично. Ой, это вообще лысая. Вообще красавка. Какая лысая? Тебе кажется, ёба? Я это только видел. А потому что я больше в ту сторону круги. Вы за мной едете? Давай, давай. Можно наползай? Да, кидай, на. Подожди, Ляля, я быстро. Сейчас быстро, самый быстро. Факт покажем. Вот как я катаюсь на машине. Бедная машина сейчас будет страдать. Завелась. Но мы поснимать, как вы сейчас охренеете, по говну поедете. А я приеду. Ну, Антоха. У меня, кстати, смотри, какой у меня лаунч-контроль. Я вцепилась. Что это было? Ручник. Какашки. Это грязь просто. А, я думала, это реально. Голубя сзади рзает, мне кажется. Антон сзади. Опа. Какая ужасная дорога. Я тут снимаю, мне сейчас скажут что-нибудь. Классическое. RS3. Классно. Ну что, мы приехали, сейчас выгрузимся. Вон говнюки паркуются, ныкаются за кого-то. Оружие. Так. Оружие я взял. Батарейка. Что ты там? В лужу наступила? А куда я батарейку дел, вот интересно. А, ну давай. Пойдем поснимаем. Вот ромашка. Ну да, я знаю. Здесь много... Я просто, ну, не могу привыкнуть, если честно, так снимать. Здесь намного лучше камера, чем у меня. Ну или одинаково, я не знаю. Нет, тут чуть-чуть лучше, да, совсем чуть. Было. Кстати, смотри, ты на негра реально похож. Ты на бандита за какого-то. Ну, ждем, пока в очереди будем чего? Стоять. Лучше, чем у меня. Камера? Вот я это говорю, вот, я говорю, я на YouTube это все заливать буду, поэтому нахуй посмотрим. Ты это все на YouTube будешь? Я хочу из тебя звезду сделать. Порно? Промоушен. Давай тогда. Запомните, запомните. Вот там петушня будет тебе писать сейчас ЛГБТ сообщество. Рома не перестанет видео на реплей вставлять. Большая фантазия у тебя. Дурной русский. Ну? Подожди, что здесь? Максимум 20 минут к нему, типа, понял? Сходи, проверь. Так, этому пистолетик, этому автоматик. И мне автоматик. А еще, кстати, да? Еще, короче, фигня, что если 27-го... Пизда кошакам будет, ой, пизда кошакам будет. Нахуй копать буду яму. Мне ножик купить. А? Ножик. Я уже заказал на eBay. Зачем тебе ножик? Зачем мне ножик, зачем ты заказал? Ну я пластиковый для айрсофта, что? Реально он как настоящий штык-нож, только пластиковый. Да? Да, поэтому... Приехали в магазин игрушек для взрослых. Ну-ка, Рома. Да, да. В общем, какая металлическая все. Я не знаю, мне вот тут Антоха нравится. Вот тут вот посмотри, здесь получше мне даже. Больше нравились. Сам прикол, тебе надо знать, что за привода. Потому что мне сейчас мой отремонтируют, я себе буду, конечно, смотреть. Но я себе все-таки вот ту снайперку потом возьму. Потому что мне сейчас не надо. Вон, самая мощная, у нее самый большой урон. Типа как АВП, знаешь, третья сверху. А, вот это вот? Да. Она третья, она по мощности считается самая. И у них нету, типа, они фуфло специально не продают, и у них полгода гарантия на это. Вон М16. Да. Это получается не М16, это вообще что-то другое. Это модификация, у них очень много модификаций. Поэтому тебе надо знать. Например, все советуют, если честно, куда я езжу играть, вот эту вот. Потому что прям офигенно на сайтах играть с ней.
Кто-то скорпионы, говорит, вот, видишь, они затюненные. Просто кто-то говорят, что вот эти скорпионы прям вообще самые, блин, я не знаю, в чем. Мне просто вид не нравится. А так они типа самые хорошие. У них то, что здесь ты видишь, это не все. У них там такой склад, что офигеть им. Поэтому я сейчас буду показывать эти самые коды. Золотой он хотел. А сколько он стоит? Это, мне кажется, нравится весом всем. Ну. Сейчас она выбираем себе. Мне вот это нравится. МП5. Да, есть у них, вот Рома хотел, но у них разница есть. Там есть металлический, есть пластмассовый. У них есть с триггером еще хорошим. Что, мне тоже хотел такой взять, ручку удвигается, он реально прикольный. Маленький, удобненький. Но... Хотел металлический, металлического не было. Сейчас узнаем, что там с моим. Видишь, типа стреляет, но насчет пулек, типа, летит, не летит, посмотрим. Потому что от них гарантия есть. И 7 числа я еду это играть. АКМ. АКМ это все, типа, АКМ 47, 74. Это 74, по-моему. Я честно тебе скажу, сейчас ошибиться могу. Это 74, но они прям супер. Вот такую я бы себе первую взял. А что? А что, твой калаш 100 рублей стоит сейчас, что ли? Ты дурак? С чего ты взял? Да. Так, пацаны, я вас предупреждаю. Ага. Но, кстати, офигенно удобный калаш. Вот это вот одно ухо. Не знаю, что. Что? Он пластиковый, может? Не, ну этот прикольный, мне тоже вот этот нравится. Пластиковый или металлический? А, металлический. А, да, весь пластиковый. Ну, конечно, такой фуфляк. Я себе взял полную реплику. А это, ну так, знаешь, когда с одной стороны вес хочется, с другой стороны не хочется, потому что когда я побегал полдня, я чуть-чуть приофигел. Да, тоже металлическое все. Видно, сразу профессионалы выбирают. Пойдут на дело. Грабить банк. Готов расстреливать. Пойдем, смотри. Сначала начнем с Ллойдс, потом Халифакс, и потом, первый. Короче, вперед. Первый. Самое последнее, самое огромное ограбление, это будет Барклайс банк. Короче, там надо будет с дробовиками заходить, там пизда снаружение такое надо быть. Блин, я реально подумал, что типа я вот делаю видео на YouTube, но я с вами замучаюсь вставлять пикалки на мат, чтобы хотя бы какое-то видео прошло. Антоха договорился, ребят, не, мы оружие не продадим. Переводчик в углу сидит такой, поэтому ты передал. Там наслушайте, он скажет. О, Антоха, тебе такую надо брать. Не, лучше брать, я тебе сейчас скажу, какую-то среднюю и на нее навесов навешать. Глушители там, еще что-нибудь. Я не хотел бы слишком длинную, да? Вот, длинную, вот в здании, я с калашом в здании мучаюсь. Вот поэтому пистолет, типа, приехал брать. Это прикольно выглядит. А у них комплект, они 1000 с чем-то есть некоторые. Сколько они стоят? У них... А там нет цены, они, блядь... Но это цена. По модели. Что? Нет, по это... модели. Ты глупся, да? Тогда это стоит 85 фунтов. Иммигранты. Что? Сейчас ты давай. Короче, долгое ожидание, лучше... Появится, я поеду. Да, ну чё. Я со своим разобрался уже здесь, короче. Тут... Я сейчас буду улыбаться. Это получается... А, ну вы типа так еще поделили, вы батарейки тоже напополам? Батарейс goes half and half. Вот мне надо было на мой день рождения, that's it. So you can count. Good? Да? Good, yeah. You're paying the card. Yes, of course. Mm-hmm. Надо спрашивать насчет скидки, ребята. Что снимаешь? Ты будешь песни, снимай меня. Снимай меня. Из него актер не очень, но весело. Сейчас вся местная братва малая будет его знать. Ты кто такой? Ты сдаешься, снимать нельзя. A little bit more than us. Yeah? Держи, короче. Ну, я так и говорил, что мы так и зарулим настолько туда. Да там уже убери, я пин-код хочу ввести. А чё? А потому что потом будешь покупать у меня все. Ты главное карточку еще так медленно вытащи, да? И так, чтобы все номера видны, ты повернись вокруг, покажи эти задние. Ну, пацаны, а что это за три последних цифры? Сейчас покажу. Thank you. Покажи. Ну, короче, все довольны. Все с подарками, все довольны. Видишь, долго будет. Все, Зай, мы им подарки подарили, пошли они в задницу теперь. Теперь они проставляются.
Да. Так что мы этот месяц бухаем. Этот 8-го, это 10-го, это жопа. А, кстати, вспомните, что у нее тоже... Да, у нее тоже день рождения. Да? Прикинь, а какого числа? У нее? Он сам не знает. У нее было перед давно? Нет, после. 19-го. 19-го? А, у Лауриса, у моего друга тоже 19-го. Да, ну ты что, ты хочешь сказать, что отмажешься на Лауриса и не придешь к ней? Женщина, ты готова ехать? Давай, открой, пожалуйста. Конечно, сам открой багажник. Ну, что, уже... А, ты уже успел зарядить? Только приехал, уже зарядил, уже пошел стрелять? Терпится уже. О, птичка, давай. Да, да, да. Я на живодер. Капец у нас сколько. Ебать, он охуярит. Будет прикол, когда отлетит. О, летела одна. Птичка думает, что за мячики. А вот звук металлический. Мне вот это нравится, когда она щелкает обратно. Нам правильно, правильно. Покажи, как он выглядит-то правильно. Весит он нормально, да? Угу. Так, пошли сейчас этот еще. Второй. Мое-то понятно, я со своим уже стрелял. Сразу говорю, кофе никому делать не буду, кухня тут. Сразу тебе наперед, Антоха. А я кофе не буду сейчас. Так, что тут сейчас я сразу... Рома, открой эту коробку. Ну ладно, пока ты будешь открывать, я сразу открою сам. Вот эти вот, если что, сразу вам говорю. Эти не выкидывать, это как взорвать мотоцикл, хотел сказать. Как взорвать, короче, его, если что, чтобы перебрать. Вес имеет, да? Посмотрим, сколько весит потом. Следующий пошел. Я чувствую, будет один выходной, когда вы все будете здесь ползать, шарики собирать. Ну, а чё нет? Всё. Даже обрати внимание, газ, когда, он да, когда он стреляет, да, 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 у него этот самый пар, здесь. Пар, да, да. Надо заправить. Я пока включу комп. Как там? А, хавчик прыгает. Яша, значит, здесь. Видно только лапки с хвостом. Он быстро заправляется. Но они у тебя потяжелее шарики ты взял. А ты их брал для пистолета 2,5, да? 4000 тебе за глаза. Ну все, счастье, это ему три шара. У нее половина, полный обой. Пол обоими. А, да? Да. Ну, а я думаю, что я хочу все-таки попить. Не, прицел прикольный. Реально прикольный прицел. Это же мастерит сейчас. Еще скоро свои батарейки поставить.